Да нет, нет, подожди, меня мама просто позвала кушать. Я пойду покушаю, а потом буду с тобой драться и уничтожу тебя. Что происходит, ребята? Куда меня везут? Я же качок. Алло, что происходит? Ребят, всем привет, вы на канале Smile Freddy. Сегодня у нас не будет никаких учеников, потому что я им дал задание, они сейчас занимаются и прокачиваются все вместе. Ну а мы сегодня попатрулируем и пообщаемся с самыми дерзкими качками. Ну что, ребят, посмотрим сейчас, кто там из них самый дерзкий. Надо, конечно же, сейчас залезть как-то сюда. Ну-ка, давайте-ка мы вот, все, залезли. И погнали посмотрим на самых-самых дерзких ребят на этом сервере. Так, я пока никого из них не вижу, хотя смотрите, вау, ничего себе, как он светится. Вот это ты даешь, ничего себе, это что за эффект такой, я такой первый раз вижу, у меня в принципе они все есть, но я что-то их не видел. Ты что тут стоишь, на, получай, не стой здесь, не стой. Да ты, блин, танк и стоишь уже, возникаешь, успокойся. Ладно, ладно, я понял. Вау, 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 ничего себе, какой у тебя молот, вот это жесть, ты что, Тор что ли? Да, я Тор, ты что, хочешь получить, на, получай. Ой, извини, пожалуйста, я понял, что ты сильный. Даже молот Тора мне не поможет. Извини, пожалуйста, не бей только меня. Да ладно, я не собирался тебя бить. Ну смотри, если увижу, что бьешь тех, кто маленький. Вау, ты-то что делаешь? Ну-ка, успокойся, мелкий. Ну-ка, не бей. Вы что такие агрессивные, два мелких? Успокойтесь. Да. Успокойся, не бей маленьких, хорош вам. И ты тоже не топай, хватит вам топать, не бейте маленьких. Блин, что-то они все растопались, пипец. Не бей, не бей, не... Зачем ты его ударил, блин, а? Ну жесть, жесть, они агрессивные. Вау, вы посмотрите, как этот светится. Светящийся, жесть, прикольно, прикольный эффект. Смотрите, еще с зелененьким такой подсветкой, прикольно. Ты, давай драться. Жесть, и сразу же его завалили. Вау, 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 ничего себе здоровяк к нам зашел. Эй, кто хочет подраться со мной? Посмотрите на мою голову, она как орешек, маленький орешек, ее даже не видно. Да я вижу, жесть, вот это у тебя, конечно, шея. Голова малюсенькая, все, он куда-то пропал, ну, похоже, уменьшился, да, ребята, он уменьшился. О, тут битва гигантов. Кто хочет со мной теперь подраться, а? Есть такие желающие или нету, а? Кто захочет подраться, подходите, я не против. Ну ладно, тут, в принципе, должны быть желающие, кто хочет с тобой подраться. Вау, что происходит? Ничего себе, что с тобой? Ты такое упражнение, что ли, делаешь? Вау, вау. Все, короче, они подрались. Смотрите, у него еще перчатка железного человека. Жесть вы жесткие, ребята. На, я вас сейчас всех уничтожу. Я вошел в раж, на. Ой, извините. Ты что тут возникаешь? Кто вошел в раж? Я хочу тебя уничтожить. Подожди, сейчас я только соберусь силами и уничтожу тебя. Да, что-то ты, походу, долго будешь силами своими собираться. Давай, давай, чувак, давай. Что-то ты какой-то неуверенный в себе, похоже. Да нет, нет, подожди, меня мама просто позвала кушать. Я пойду покушаю, а потом буду с тобой драться и уничтожу тебя. Ладно, приятного аппетита, иди кушай. На по жопе, вот так вот. Я Тор, самый мощный. Кто хочет со мной подраться, а? А этот все до сих пор лежит и прокачивается. Ничего себе, у вас тут зона прокачки получается. Все вместе стоят и прокачиваются. С вами, что ли, попрокачиваться тоже? Ну-ка, сейчас на спину вот этому запрыгну, Тору. Тор, я запрыгну к тебе на спину, ты не против? Нет, я против, не прыгай. Ой, ой, я на жопку сел. Ладно, вот все теперь нормально. Вау, 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 ничего себе. Я думал, это у нее голова такая, а это, оказывается, у нее шея. Ничего себе, вот это ты здоровая. Большая такая, прям гигант целый. Стоп, кто здесь топает? Успокойтесь. Ты убил всех троих, зачем ты это сделал? Блин, пипец, они так хорошо стояли, прокачивались, зачем ты их убиваешь? Жесть, ребята. Давайте, кстати, я хочу немножко прокачаться. Сейчас скорость немного прокачаем, потому что у меня максимум 107 скорости. Ребят, кстати, пишите в комментариях, сколько у вас максимум была скорость. Так, давайте заходим и сейчас прокачаем немножко скорости. Что? Ребята, где я? Что это такое? Где я появился? И как я выгляжу? Что происходит, ребята? Что это такое? Я... Принцесса? Не понял. Что происходит, ребята? Куда меня везут? Я же качок. Алло, что происходит? Почему я принцесска? Я стал принцесской, ребят. Что это такое? Кто это? Куда меня везут? Это что это такое? Я летать умею, ребят, смотрите. Я Супермен. Я принцесса Супермен. Жесть. Что происходит? Я же только что был качком, настоящим качком. А теперь я принцесса. Что?
Что? Это что это такое, ребята? Обалдеть, где мы? Как я сюда попал? Что это? Кто-то тоже летает. Смотрите, что происходит? Ребята, что здесь происходит? Я упал. Ой, вставай. Ребят, что происходит? Где я? Это школа фей. Ты что, первый раз здесь? Я первый раз здесь. Вы чего? Я как девочка выгляжу. Что происходит? Блин, вы посмотрите, девочки. Что мне делать? Как мне отсюда выбраться? Я только что был в качалке. Заходи в портал, может быть, тебе это поможет. Портал? Серьезно? Так, а он закрытый. Вот, я сейчас к ней пойду. Нет, ребят, тут тоже все закрыто. Жесть. Попробуем сюда, давайте. Ну-ка, попробуем зайти в этот портал. Надеюсь, меня вернет снова в качалку. Фух, ну что, ребят, давайте погнали, посмотрим. Так, куда же меня... Чего? Это мой дом? Это типа мой дом, что ли? Жесть, ребята. Я хотел в качалку, а не домой. Куда-то там, к какой-то принцессе. Вау, тут посмотрите, какая у меня кухня крутая. Да, неплохая кухня такая, ребят, вы посмотрите. Ну нет, какая кухня? Мне нужно в качалку. Что происходит? Я какая-то принцесска, и у меня есть дом, ребята. Жесть. Я хочу обратно. О, зато мы можем поиграть на пианинке. Ребят, смотрите, я какой профессиональный игрок на пианинке. Ну блин, ну нет. Какая пианинка? Я хочу качалкой заниматься. Я же не должен быть вот такой принцесской. Черт. Ну-ка, телек давайте, может, посмотрим. Посмотрим телек. Нет, какой телек? Не надо телек смотреть. Нет, какой телек? Ну-ка, надо выключить его. Это вообще не моя жизнь. Я должен быть качком. Что происходит? Так, ладно, давайте мы выйдем сюда. Жесть, что же такое здесь происходит? Вау, ребят, вы посмотрите, я летаю. А почему никого нету нигде? Где все-то? Где все? Так, это что такое у нас? Ой, я упал. Это что такое? Это пароль надо вводить. А, стоп, это мой пароль, да? Так, ребята, вы что этот пароль не видите, ладно? Вы этот пароль не видите, хорошо? Все, я пароль сделал. Все, вот такой вот пароль, вы его не видели, если что. А что я его не могу сделать? Что такое? Почему нет пароля? Почему он неправильный? Это же мое, это мое, все, ну, Enter. Почему? Надо новый пароль сделать. Вот, ребята, вот, все, мы создали новый пароль. Так, а что там у нас? У нас одежда, еще что-то есть. Да я же качок, какая одежда? Что происходит? Нет, это мне ничего не нужно. Время час ночи или час дня? Час ночи, скорее всего, ребят. Ай-яй-яй, здесь окно вообще. Здесь, смотрите, фонтаны, бассейны. Ребята, а, кстати, мир этот неплохой. Не только же в качалочку. Вау, а вот в качалочке нет такого, ребят. Смотрите, там кто-то тоже плавает. В качалочке такого нет. Бассейн, это, конечно, хорошо. Но я принцесска, ребята. Я не хочу быть принцесской. Жесть, я поплавал и все. Как вернуться обратно? Жесть, это что такое? Отсюда можно спрыгивать, что ли? Вау, ничего себе. Смотрите, уай, что такое? Нет, тихо, не надо меня подкидывать. А теперь можно, погнали. Вау, сейчас прыгну, бубух. Я прям чуть не врезался головой, ребят, об дно. Вау, жесть, а что происходит? Я не понимаю, что это такое? Я принцесска. Так, ну ладно, давайте, ребят, разберемся, как я сюда попал. Я зашел в телепорт и попал каким-то образом сюда. Да, странно. Вообще без понятия, как это произошло. Что делать-то? Может быть, домой вернуться? Я кушать хочу кушать. О, дай мне вот эти свои пироженки, пожалуйста. Я хочу пироженку. Хватит создавать. Дай пироженку, пожалуйста. О, дай пироженку, пожалуйста. О, спасибо за пироженку. Меня пироженкой угостили. Ура! Все, давайте сядем и покушаем. Будем садиться и кушать эту пироженку. Вау, смотрите, мы прям... Чего? Мы прям вместе с вот этой штучкой кушаем. Вау, прикольно. Вкусная пироженка. Да, неплохая пироженка. Все, я это можно убрать, да? Давайте мы все вот так уберем. Спасибо за пироженку, да, она была вкусной. Как отсюда выбраться? Вы скажите мне, как отсюда выбраться? Я не знаю, как ты сюда попал. Это волшебный мир, здесь все, что хочешь, может произойти. Жесть, ребята, вы посмотрите на меня, какая я принцесска. Что мне теперь делать-то? Как отсюда выбираться? Ой, тут запись какая-то у нас. Запись. А, тут какая-то студия. Вау. Да, слишком много всего здесь. И по сравнению с качалкой здесь очень-очень много всего.
Блин, ребят, я не понимаю, как мне выбраться обратно. Давайте попробуем взлететь и, может быть, что-нибудь увидим. Вот там домик какой-то чей-то. Может быть, здесь какой-нибудь портал есть. Может быть, здесь есть какой-нибудь портал. Но я ничего не вижу. Нет никакого портала. Тут у нас вообще какая-то церемония, как будто типа свадьбы. Я не понимаю, что происходит. Ребят, я вообще без понятия, как отсюда выбраться. Надеюсь, у нас получится в следующем видео это сделать. Обязательно ставьте лайк, ребята, если хотите, чтобы я отсюда вышел. Потому что я чувствую себя как-то некомфортно в этом. Вы посмотрите на меня. Это вообще какая-то жесть. Всем большое спасибо за просмотр, ребят. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. А я буду пытаться выбираться отсюда. Не понимаю, ребята, как же отсюда можно выбраться? Тут у нас вообще пляж какой-то. Ладно, будем пытаться.